господин мэр, уважаемые жители Марселя. Мы получили очередную партию вашей гуманитарной помощи, очередные две машины скорой помощи. Мы благодарим вас за вашу помощь и поддержку в трудное, сложное и военное время сегодня в Одессе. В Украине идет война, и как никогда нам нужна помощь. И мы ее чувствуем. Мы чувствуем вашу помощь, мы чувствуем вашу заботу и ваши переживания. И поэтому мы вместе победим.